сейчас груз, он прогрузился конкретно именно для нас. Ну, сейчас мы умрем на этой светофоре, готовься. Да я подозреваю. Это так же горит, как и тут. Что-то у них не то. У них с сервером сегодня проблемы. И с пингом. Я думаю, может, они поедем, нет? Слушай, а я вообще на сервере? Да, сзади стоишь, пиздец. А у меня что-то табуляция не включается. У меня включается, и я тебя вижу. А у меня что-то подключались серверные эти, я не вижу. Табуляция не работает. Погнали, погнали, погнали срочно. Да. Я тебя вижу. Может, у тебя очередь еще нет? Нет, нет, все нормально. Я тебя тоже вижу, просто говорю, табуляция пропала из-за этого комфорта. Ой, куда-то ехать надо. Ох, ебать, ну ладно. Да в этот, наверное, в котлован, блин. Спускаться там за трактором. А, да, да, наверное. Радио R нажми. Ту же самую. У меня не радио, у меня другой. Играет что-то? Да. И другая кнопка. R у меня глушит. А, ну ту же кантри я включил, короче. Я просто пинг, поехали. Я просто пинг не могу посмотреть через табуляцию. Сейчас. Да еду с земли нахуй. Бочку, бочку себе посигнали. Так, не в Европе. Не сигналят там люди, ни разу. Даже фуру подрезал так, блять, она мне просто моргнула вслед. Мы в России. Нет, мы. Где мы? Там, где мы, там, где мы, там Россия. Нет, так салончик ничего. Короче, там у нового Акроса, короче, там есть салон, который меняешь, он под дерево там. Или в Польше, или в Венгрии, я не пойму. Пиздев какой-то. Чё ты, кантри вибанул? Да. Да как назло, блин, включил видео записывать, и какое-то, блин, бездарное получается этот. Мы стоим на одном светофоре, стоял, на другом вырубаю я, да.